Доброе время суток, уважаемые любители вышивки. Ну вот, хочу похвалиться вам. Я закончила эту работу. С этой вышивкой я участвовала в совместном проекте, который организовала Оксана Дереза «Обереги». По ходу работы я вам рассказывала свои впечатления. Это мой третий отчет, получается, это завершение работы. И вот такая красота получилась. Очень хочется, чтобы вы со мной полюбовались ею. Я еще раз повторюсь, потому что в тех двух видео я говорила о том, что получила удовольствие от этой работы. Да, действительно. И еще раз, и третий раз скажу, что да, получила действительно. Вот смотрите, какие внутренние убранства, какие узоры витиеватые, особенно вот на дереве. То есть самой листвы как бы нет, а вот этими узорчиками передается вся красота дерева, листва якобы, да, веточки. Вот по бокам у нас вот этого рисунка ангелочки. Вот сверху, видите, охраняют они дом, очаг. Здесь петух. Ох, птица славы. Вот здесь, значит, еще мы видим, что это дым из трубы. Вот она, кошечка. Забралась. Эти кошечки забираются и на крышу. И сидят уже около дома вон две. По бокам сидят, ждут своих хозяев, истерегут дом. Цветы вот тоже, видите. Вот что творит иголочка и ниточка. Ну и, конечно, вышивальщица, у которой есть желание вышивать. Каждый узор здесь несет свой какой-то, видимо, знак или символ оберега. Вот. Когда эти вышивала узорчики, я без разметки вообще эту работу вышивала. И не ошибалась, представляете? Вообще, сама удивилась даже этому. Ну, очень красиво. В моточке ниточки были, они намотаны как-то вот с переходом от красного, от ярко-красного до темно-бордового. Вот на вышивке они точно так же передались. Видите, как? И общий вид. Вот он какой. У меня есть еще желание одно вышить. Оберег. Возможно, может даже и другой какой-нибудь. В этой работе еще остались, вот видите, какое количество ниточек. 2 с лишним. Вот моточка. Можно спокойно вышить еще одну. Ну вот, спасибо большое, что посмотрели. Спасибо вам, дорогие мои. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я очень рада вашим комментариям, вашим поддержкам. Спасибо вам огромное всем. Всего доброго.